В Уральске стартовала программа по выдаче жилищных сертификатов. Стать его обладателями могут граждане, получившие одобрение банка по выдаче ипотечного жилищного займа на приобретение жилья по определенным категориям. Подробности в материале наших корреспондентов. Помощь в виде жилищного сертификата на определенную сумму оказывается гражданам, получившим одобрение на выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилья. Государственная программа реализуется с 2020 года. В текущем году в ее рамках на Западно-Казахстанскую область выделено 100 миллионов тенге. Участвовать в программе могут лишь граждане, относящиеся к определенным социальным категориям. Категория у нас получается многодетные семьи, дети-сироты, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, лица с инвалидностью первой-второй группы, пенсионеры по возрасту, также сотрудники государственных учреждений, в отрасли здравоохранения, образования и так далее. Максимальная сумма, которую может получить каждый из участников программы – 1,5 миллиона тенге. Выдаваемая сумма зависит от величины первоначального взноса. Прием заявок на получение сертификатов стартовал 2 февраля. Люди, которые хотят получить жилищный сертификат, обращаются для начала в банки второго уровня, проходят по государственной программе и после одобрения предоставляет в отдел ЖКХ уведомление о том, что одобрено. После чего нам оказывается государственная услуга в течение 3 рабочих дней. В прошлом году на жилищные сертификаты по Западно-Казахстанской области было выделено 150 миллионов тенге. Помощь в приобретении жилья получили 43 человека. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42.